пришел поддержать ребяту, мой любимый клуб России. И вот, есть время было у меня, пришел. И, конечно, ожидаю победу сегодня. А вы с ребятами общаетесь, со своими бывшими одногруппниками? Да, больше всего с Чарли, с Черником общаюсь постоянно. А так иногда с Фернандешем, с Владом Игнатием. Так, Гиля иногда, то вот. Но общаюсь, конечно. А в Китае удается как-то посмотреть? Удалось посмотреть матчи российские? Ну да, через интернет, да, конечно. Есть там онлайн можно посмотреть. Как отличаются болельщики китайские от российских? Ну, отличаются так, что сначала русских всегда больше, чем китайских. И болеют так потеплее, чем китайцы. Сегодня, конечно, доволен, как они играют. Динамо почти ничего, никаких серьезных моментов не было. Вот, в середине поля достаточно жестко играют. Впереди, конечно, можно лучше. Но братья Миранчуки работают много. И не сомневаюсь, что они будут... они всегда звезды, да? Но просто, чтобы еще лучше играть. А просто иногда идет, иногда не идет, но важно работать и брать очки. Химки, такой стадион довольно далеко от Москвы находится. Как добирались? Ну, недалеко, это Москва. Но все-таки, если бы был уже стадион «Динамо», так как вы его и не застали, получается, открытие стадиона «Динамо»? Нет, да, конечно. Не играли. Я видел так просто, что стадион красивый, сделали красивую ВТБ-арену, да? Да. Ну, здесь тоже красиво недалеко, когда футбол любить, это ничего недалеко. Это правда. Надо сказать нашим болельщикам, приезжайте в Химки. Приезжайте.